отправиться вместе со мной в комитет французской художницы Жаклин Марваль. Каких только дел она не творила. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал Дима Изи Арт, где я, Дима, рассказываю об искусстве и жизни в Париже. Сегодня с большой радостью я приглашаю вас отправиться вместе со мной в комитет французской художницы Жаклин Марваль, которая, поговаривают, была знатной бунтаркой в свою эпоху, дружила с Анри Матиссом, выставлялась по всему миру, но тем не менее почему-то была забыта после своей смерти. Почему так произошло, будем разбираться сегодня и, конечно же, знакомиться с одной из самых знаковых фигур французского авангарда. Открытие комитета Жаклин Марваль в декабре 2020 года – это проект всей жизни моего отца, который коллекционирует произведения этой художницы вот уже 40 лет. Мы создали комитет Жаклин Марваль для того, чтобы пролить свет на имя художницы, заслуживающей такого же внимания и славы, которых она была удостоена при жизни. К большому сожалению, она была забыта после своей скоропостижной смерти в 1932 году. Жаклин Марваль – это художница, рожденная в 1866 году в деревушке Кенни далеко от Гренобля. Начало ее жизни было достаточно стандартным. Она училась на преподавателя, вышла замуж в 18 лет, и спустя несколько лет у нее появляется ребенок, который, к несчастью, умирает в возрасте 6 месяцев. В этот момент Жаклин Марваль бросает мужа, работая как вышивальщица и портная, шьющая жилеты, чтобы обеспечить свои нужды. Она решает оставить все позади и уезжает в Париж. Совершенно одна, что уже показывает ее характер. Бросая все, переезжая в Париж, она начинает писать. Одновременно с тем она продолжает работу как портная, шьющая жилеты, поскольку ей нужно было обеспечивать себя самой. Она поселяется в районе Монпарнас, и не имея средства на холсты, художница была вынуждена брать свои простыни, растягивать их на шасси и писать на них, как на полотне. Но очень быстро она встречает Жюля Фландрена, Альбера Марке, Анри Матисса, всю группу учеников Гюстава Моро. Они станут настоящими друзьями, которые будут очень связаны друг с другом. Они работают вместе, вместе они отправляются на вечеринки к Ван Донгену или в путешествие. В комитете Жаклин Марваль мы много работаем над архивами. Мы проделываем большую исследовательскую работу, чтобы узнать мельчайшие детали из жизни художницы, что вследствие позволяет нам лучше исследовать ее творчество. Например, здесь мы видим художницу в ее квартире-ателье на набережной Сен-Мишель-19, которую она делила с другими живописцами, в том числе Марке и Матиссом. Здесь мы видим ее, одетую в наряд от Поля Пуаре, великого кутюрье и ее доброго друга. Позади виднеется большая картина, это ее одолиски, настоящий шедевр Марваль. Мы замечаем небольшой акварель Осипа Цаткина, которая называется «Лошадь», приобретенная в 1919 году. На этом фото мы видим Жаклин Марваль и ее друга Андрея Фарси, одетого в священника. На деле он был директором музея Гренобля с 1919 до 1947 года. Эта фотография была сделана в 1917, когда они уже были хорошими друзьями. Именно вместе с ней они ведут борьбу за создание музея современного искусства. Марваль поддерживала Андри Фарси, и именно она представляет ему Пикассо и Матисса. Благодаря этой встрече работы этих двух художников входят в коллекцию музея. Впервые она выставляется на салоне независимых в 1901 году, и именно там ее замечают как художницу. Амбруаз Валяр, знаменитейший маршан эпохи, покупает все картины, которые она выставляет, а это ни много ни мало, около 10 картин, в том числе это «Одолиска с гепардом». Благодаря этому она будет работать с галеристами Бертой Вейль и Сеженом Трюэ с 1910-х годов. Она будет много выставляться в США. Валяр, который является соорганизатором первой международной выставки современного искусства в 1913 году, той самой выставки, на которой Америка знакомится с кубизмом и французским современным искусством. Так вот,
Валяр, соорганизатор выставки, просит Марваль представить одно из своих произведений. Так она впервые будет выставлена в США. Также в 1913 году братья Пире, создатели театра Елисейских полей, решают реализовать этот значимый архитектурный проект. Это первое здание из бетона, появившееся задолго до Ле Корбюзье и прочих. Братья Пире просят различных художников создать декор театра Елисейских полей. Там были и Морис Дени, и Антуан Бурдель, и Жаклин Марваль, которую они просят создать около 10 небольших декоративных полотен для зала танцев. Здесь представлены этюды этих полотен, например, «Танцовщица». Она выбирает тему Дафниса и Хлои, во-первых, потому что впечатлена русским балетом, а также потому, что в танцевальных залах в эпоху можно было встретить множество старых мужчин, которые проводили уж слишком много времени в окружении молоденьких танцовщиц и танцовщиков. Жаклин Марваль, выбирая историю Дафниса и Хлои, привносит сюжет любви между молодыми людьми, подростками, тем самым отпуская колкость в адрес старых мужчин, напоминая, что им здесь не место. Сейчас мы находимся перед полотном «Кокетки» 1903 года. Это полотно также принадлежало Амбруазу Валяру, который продолжал покупать ее работы с 1901 до примерно 1908 года. На этом полотне вы видите сюжет, часто встречающийся у Жаклин Марваль. Множество женщин, иногда целые поколения женщин, в садах или салонах, кажется, скучают и ждут лишь того, что время пройдет. Видите, они играют здесь с котенком, то есть не делают в принципе ничего необычного. В некоторой степени это критика роли, которую требовало от женщины общество начала века, но которую Жаклин Марваль никак не собиралась играть. Это произведение называется «Танцовщица у Нотр-Дама» и датируется 1921 годом. Как я уже упомянула, Жаклин Марваль жила на набережной Сен-Мишель, и Нотр-Дам, который мы можем различить вверху картины, это также часто встречающийся на ее полотнах сюжет. Долгое время я думала, что эта танцовщица одета в пышную юбку. На деле, если мы присмотримся, то мы еле-еле различаем ее руки, потому что танцовщица делает быстрые движения, держа цветные ленты. Здесь, кстати, видно, что это лишь ленты. И из этого быстрого движения рождается впечатление пышной юбки и разлетающихся во все стороны цветов. Это полотно интересно тем, что мы нашли статью 1921 года. Это интервью Жаклин Марваль, в котором у нее спрашивают, какая из ее картин ее самая любимая. На этот вопрос Жаклин Марваль отвечает, что именно эта картина. Часто мы встречаем один и тот же тип женщин на полотнах Жаклин Марваль. Критик Луи Ваксель говорил, что Марваль создала тип женщины по своему образу и подобию. Это правда. Взгляните на эти глаза, и вы сразу увидите глаза художницы. Продолговатые, миндалевидные, а также очень прямой, достаточно выдающийся нос, остающийся, тем не менее, достаточно аккуратным. И на этом полотне мы действительно видим все черты лица самой Жаклин Марваль. Я хочу отметить, что существует один каталог Резоне, который в то же время и биография Жаклин Марваль. Он вышел в 2008 году в издательстве «Талья». Он был написан Франсуа Русье в соавторстве с моим отцом, создателем комитета Рафаэлем Руди Бюйсу. Сейчас мы подготавливаем второй том. Это будет каталог Резоне, который покажет в деталях каждое из полотен Марваль, принимая во внимание, что их очень много. Мы сами открываем их для себя во время исследовательской работы. Также я бы хотела опубликовать книгу на английском языке, так как сегодня существует лишь одна на французском, чтобы сделать ее доступной для большего количества человек. Сейчас мы готовим несколько выставок на 2021-2022 год. В ближайшее время я смогу рассказать об этом подробнее. Также в наши планы входит проведение визитов для частных лиц. Нам бы очень хотелось принимать здесь больше публики. Но об этом мы сможем говорить только после открытия музеев. Надеюсь, совсем скоро здесь будут визиты небольших групп по записи, что позволит нам действительно открыть двери комитета. В
видео стало возможным благодаря двум прекраснейшим и невероятнейшим женщинам. Прежде всего, конечно же, это сама Жаклин Марваль, смелость и решительность которой задолго до рождения феминизма позволили ей быть такой, какой она была на самом деле. Только вдумайтесь в то, что она жила, творила и делала свои бунтарские дела в ту эпоху, когда строился Титаник. На минутку, насколько была ограничена женщина. Я думаю, немаловажным будет сказать, что смелость и решительность, как главные черты характера Жаклин Марваль, нашли отражение в ее творчестве, потому что все те колкости, которые она позволяла себе отбросить в адрес общественных норм и моралей, изображение себя в виде Адалисок, да каких только дел она не творила в своих живописных делах, все это, конечно же, отражается на ее истории, не только жизненной, но и творческой. Надеюсь, вам понравилось то путешествие, в которое мы сегодня отправились. Оно было полно открытий и для меня, и, надеюсь, для вас, потому что очень часто мы забываем о том, что история искусства писалась мужчинами и для мужчин. Женщины, особенно такие талантливые женщины, как Жаклин Марваль, очень часто из нее вычеркивались. Именно поэтому я считаю, что мое видео — это небольшой вклад в ту невероятнейшую работу, которую сейчас творят искусствоведы по восстановлению прав женщин в истории искусства. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и оказалось для вас хоть немножечко полезным. Если это так, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии, потому что, честно вам говорю, читаю каждое ваше слово и очень ему радуюсь. И таких видео из музейной, культурной жизни Парижа будет очень-очень много в ближайшее время, потому что а. открываются наконец-таки музеи, и б. совсем скоро грядут летние каникулы, а вы понимаете, что там, где лето, там солнце и полные приключений влогов. Оставайтесь на этом канале, до скорой встречи и безу-безу из центра Парижа. Hello world! Конечно, надо посмотреть, что же тут происходит в камере-то.